Помните, как Limp Bizkit в конце 2021 года внезапно камбэкнули с альбомом Steel Sax? И это не предел, они, кажется, пишут новый альбом. Недавно Вэс Борланд показал фотки записи на студии Ранчо де Лауна в Калифорнии, а Фред Дёрст поддержал эти фотографии смайлами. Несмотря на то, что Вэсу Борланду есть что записывать в данный момент, сам он говорит, что боевой дух Limp Bizkit высок как никогда. И он не удивится, если новый альбом выйдет в 2023 году. Может, Stampede of the Disc Elephants доделают? Каком альбом Steel Sax, кстати, пишите в комментариях. Мне очень понравился.